Более полумиллиарда тенге задолжали неплательщики алиментов своим детям в ИТРАУ. С начала года в регионе насчитали 5800 должников, которые не помогают родным после развода. С них уже принудительно взыскали 63 миллиона. Всего же в регионе более 9000 неплательщиков алиментов. Прокуроры и судебные приставы накануне провели совместный рейд и буквально за 3 дня нашли около 10 скрывающихся горе отцов. У них изъяли машины и поставили на штрафстоянку. Вернуть авто они смогут только после полной выплаты алиментов. Мы выявляем и останавливаем машины должников по алиментам, сверяем документы. Если сумма фактической задолженности не выплачена, автомобиль ставится на штрафстоянку. На неплательщика алиментов налагаются соответствующие запреты, блокируются счета в банках. Если на их счетах есть деньги, то эти средства списываются в соответствующем размере.